Геймерский монитор Asus ROG Strix Cox 49VK порадует любителей сверхширокоформатных моделей. Игровой монитор ROG Strix Cox 49VK компания Asus показала еще в октябре на мероприятии в Малайзии. Однако тогда производитель не раскрыл многих особенностей. Теперь же монитор прописался на сайте Asus, так что мы можем все о нем узнать. Итак, устройство оснащено 49-дюймовой изогнутой сверхширокоформатной панелью VA разрешением 3840 на 1080 пикселей. Радиус кривизны стандартный – 1800 мм. Монитор поддерживает технологию FreeSync 2 EDRE и соответствует стандарту дисплея EDRE 400. Также стоит отметить, что максимальная кадровая частота достигает 144 Гц. Asus отдельно выделяет режим Picture by Picture, технологию Shadow Boost, благодаря которой темные участки прорисовываются более подробно. Возможность выбора нескольких режимов EDRE и прочие особенности, присущие игровым моделям. Набор портов представлен портами HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, пары USB 3.0 и разъемом для наушников. Подставка позволяет регулировать как высоту расположения панели, так и разворачивать ее в портерный режим. Цена пока не названа, но монитор дешевым не будет.